Я еле-еле иду. Доброго вечерочка. У меня утречка. Еле-еле иду, потому что у нас прошел дождь. И сейчас минус один, что ли. Я иду по своему участку. Не знаю, что там на дорогах творится. Чё, собаки? Вот они, мои друзья верные. Только не столкните меня, пожалуйста. Просто в прямом смысле гололед. Снега мы так и не дождались. Хотя Москву, говорят, засыпало. Может, даже до сих пор засыпает. А у нас гололедица. Песка у нас нет. Саша посыпал тут опилками. И то, по-моему, они замерзли. Вот так вот. Вот так вот. Да, обледенело, конечно, все так капитально. Вообще. Все во льду. Ты-то не падаешь? Полчаса тачку. Полчаса тачку везешь? У нас сегодня должно было быть мероприятие. Уже оплачено. Аниматоры, елка для детей в школе. Но школа не взяла на себя эту ответственность вести в эту погоду детей на эти мероприятия. В общем, мы тут, мамочки, собрались, подумали, что могли бы своими силами детей отвезти. Я сказала, что тоже могу поучаствовать, так как машина большая, и дополнительно могу взять детей. Вышла во двор, мягко говоря, офигела от того, что увидела сейчас. И вот хочу проехаться на машине по селу, доехать до трассы и посмотреть, как там вообще на трассе. Ой. Сплошной лед. Везде у нас еще ничего не посыпается. Звонила в администрацию, сказали, что не хватает машин с песком. Сплошной лед. Все в тоненькой корочке. Давай 10 минуточек. Прокатимся. Если вообще прокатимся. А то они же ждут тоже. Задрипанная семерка. Поехали. Так и задрипанная семерка всегда ездит. Ну, если честно, то машины действительно ездят. И в районе даже пустили рейсовые автобусы. А у нас тут все поотменяли в селе. Но у нас, значит, пошли навстречу в чем? Само мероприятие перенесли чуть-чуть на попозже. Так мы должны были быть уже в 10 утра там, а так нас там ждут к часу. И мы надеемся, что за это время уже все-таки как-то подтает. Саш, держи меня. Нет. Ничего страшного, я не брезгливо. Мои какашки. Вот. Ну и в общем... Блин, вообще просто каток. Коньки отдел. Нам здесь посыпать-то нечего, то у нас еще Марина тут покатится. Не дай бог. Ой, страшно. Да уж. Ну вот у нас хоть и посыпано, в смысле, не по... у нас... Вот вчера я ехала по этой дороге, она, конечно, не вот так была залита льдом, потому что была оттепель, да, сейчас вот тоже смотрю, уже плюс один, было минус один, сейчас уже плюс один. Но мне кажется, самое страшное, это как раз по селу ехать, то есть здесь скользко, а вот что там на трассе, у меня больше всего меня это волнует, что на трассе, неужели там такой же тонкий-тонкий слой льда? Приехала, страшно. Да ладно, не очень страшно, в селе страшнее всего. В селе. Так, сиденье у нас тут. В селе, а на дороге уже не так страшно. Так. Пиши, я сам пристегнул. Подожди. Садимся. Решили ехать на мероприятие. Дружное семейство. Любите. Я надеюсь.
Тихонечко, Яков, не торопись. Ногами не пачкай. Саша, не торопись. Вот такая у нас дорога. Растаял лед, вот этот тоненький, и песок как бы все-таки на поверхности. Поэтому лужи стоят, видите, поля все голые, в дожде, в смысле в лужах. Вот, а снежок, вот я не знаю, это можно назвать снегом или нет, 3 миллиметра. Ну, по крайней мере, устойчивость на колесах чувствуется. Так что, думаю, доедем мы сегодня благополучно. Вот в селе только страшно ехать, но я там еду 3 километра в час. Вот, очень медленно еду. Поэтому вроде как все хорошо. Сзади меня еще едут родители с детишками. Так что мы здесь как сопровождающие вместо школы. Так, дети, посидите, пожалуйста, в машине. Мы сейчас сначала все узнаем. Хорошо? Да. Мы боялись, что не доедем или опоздаем, а приехали раньше. Трасса вся растаяла. Но самое страшное, вот, вот эти села. Вообще дикие какие-то условия. Детям хочется праздника, и нам хочется им устроить праздник. Моим вообще подфартило, потому что они должны были только школьники ехать, и только двое. Но так как некоторые родители отказались ехать, в общем, я у них купила билеты для остальных детишек и взяла 6. Ну, Вероничка маленькая слишком. Видишь? Тихо. За ручку не отпускаю. Саша, откатите то сиденье, пожалуйста. Оно за низ вот так вот тыкай. И за саму эту штучку. Ага. Нет. Ее просто надо толкать. Просто она катается. Ага, во-во-во. Дети, пожалуйста, не торопитесь, очень скользко. Тут я чуть не упал. Так, идите за мной, пожалуйста. Не торопитесь. Не торопитесь. Дети, очень аккуратно идем, прям вообще вот. Вот так вот. Все вот так, чуть-чуть. Ты помнишь, как мы сюда ездили на рыбалку? Да. Помнишь? Да. Только имен ваших не знаю, но мы сейчас это исправим. Я скажу 1, 2, 3, громко имя назови. Ну а вы свое имя громко назовите, потому что Дедушка Мороз старенький волшебник и немножко глуховат. Ну что, попробуем? Да! 1, 2, 3, громко имя назови. Ивана!
А что там изображено? Давай посмотрим. Это месяц. Кто же у тебя там попался? Расскажешь нам? Кто? Где-нибудь есть сказка, где есть луна? Так, 12 месяцев. Молодцы! Держи эту веревочку, ты ее проденешь. Можешь сейчас, можешь дома. О. Я ее помогу. Ребятки, посмотрите, кто попался. Лошадка. Это Зинка-курка. Так, хорошо, молодцы какие. Давай. Так, выбираем. Кто же здесь? Это 33 богатыря. Да, а, молодец, покажи и всем, чтобы ребята увидели. Молодцы! А сейчас нужно игрушечки спрятать в кармашек. У кого нет кармашек? У меня есть. Спрятал? Хорошо. Не спрятал. Не спрятал? Да. Давай спрячем с тобой. Давай. Ну, давай, я тебе помогу. Так. Сейчас, Дедушка Мороз, может быть, ты, ребят, чаем угостишь? Я не умею. Дедушка Мороз приготовил для вас вкусные новогодние чаепития. Поэтому прошу двигаться к дедушке поближе. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой летом стройная зеленая. Ой, молодец, обохлопайте, ребята. Поздравляю тебя, мой хороший, наступайте. И не обниму твой. С наступающим Новым годом. Сейчас, счастья так. Тебе, здоровья. Иди сюда, мой хороший. Самое заветное желание. Не вслух бы не говори. Давай. Самое заветное. Дедушка Мороз, добрый волшебник. Загадала? Молодец. Он никогда не обманул. Так. Самое заветное. Так, ребята, загадываем желание. Самый-самый заветный. Все обязательно сбудется. Ведь Новый год — пора чудес. Кто еще не загадал, подходите. Ну-ка, мой хороший, выкоснись на пузырь. Мы так косы, Саша, хорошо? Так. Загадывай самый заветный. Не докоснись до посоха, Дед Мороза. Докоснись до посоха, не бойся. Самое заветное желание. Ну что, будем посох зажигать? Да. А ну, мой хороший, давайте вместе. Раз, два, три, посох гори. Раз, два, три, посох гори. Ура! С
наступающим Новым годом! Это ты, мой хороший, повесишь домой себе на елочку. Будет тебе воспоминание о нашей с тобой встрече. Девочки Мороз, мы не смеем больше тебя отвлекать. Продолжай, пожалуйста, читать письма ребят, чтобы обязательно все оказались к Новому году с подарками. До свидания! До свидания, мой хороший! Наступающим Новым годом! Пойдемте, ребята!